Всем приветули. Короче, на днях забрала еще посылки с трех почт, поэтому сегодня с вами по Алиэкспрессе. Короче, вот такое количество у меня посылочек. Давайте выберем вот эту. Так. Тут что тут у нас? Что-то маленькое. Так, я увидела, что там. Там чехол для телефона. Зацените, какой прикольный. Он идет с подставочкой, чтобы можно было телефон вот так ставить. И еще с стеклышками для камеры. Че, будем распаковывать? Так, идемте дальше. Давайте вот эту маленькую. Что там такое, не знаю. Так, какие-то карабули, еще что-то. Это для велика светящиеся штуки. Во. Так, дальше. Так, какая-то коробка. Блин, и еще эта подставка, короче, для телефона. Тоже будем с вами распаковывать для айфончика. Вот, я надеюсь, тут номеров нету. Вот. Хорошо, идем дальше. И сережки. Какие красивые. Только почему-то голубые. Dior, да. Вот. Тоже потом с вами посмотрим. Все, больше ничего нет. Давайте следующую. По ощущениям, здесь должны быть лосины. Если помните, я заказывала белые лосины. Вот я заказала еще одни. Они, кстати, очень быстро пришли. Так. Да, это они. Мне понравилось в них все. И качество, и по размерам все совпадает. И по длине ноги тоже очень круто. Так, вот они. Лосинчики, надеюсь, они такие же, как белые. Ну, на ощупь и по виду такие же. Вот, будем мерить. Так, у нас следующая посылочка. Что-то тоже такое мягенькое. Так, а в этой посылке еще куча посылок. Я, кажется, знаю, что это. Я заказывала на работу клавиатуру. Сейчас я все открою и покажу вам. Так, две. Так, и тут у меня в одной упаковке получилось две, еще две, и здесь 10 штук. В общем, 16 штучек. Кстати, по очень хорошим ценам я их заказала. Вот. Будем клеить на работе. Все, идем дальше. Осталась одна посылка. Блин, тут тоже лосины. Так, это не лосины, я перепутала. Это кофта. Думала, что здесь будет чехол-подарок для моего парня. Ну, капец. Так, продолжаем. Еще кофта. Давайте распаковывать. Кстати, в очень красивых пакетах оно пришло. Таких качественных. Я не выкидываю никогда, я оставляю. Так, вот такая спортивная кофточка. Ну, как топ, типа. Я брала для этого. Для велика себе, под цвет велика. Цену оставлю вот где-то здесь. Вот, здесь есть для пальчиков. Очень хорошее качество. Плотная ткань с дырочками. Вот, давайте спину. Потом еще завтра покажу при хорошем освещении. Там еще есть лосины, но лосины не заказывала, заказала вот эти вот. Так, ну вот, вот эти заказики у нас подробнее уже. Я покажу вот эту штуку завтра. Чехол, наверное, распакуем сейчас. Он, кстати, еще и противоударный. С великом вот эти штуки уже потом, когда я достану велик, распакуем. Они должны ярко-ярко светиться синим.